сегодня Международный день памяти жертв радиационных аварий. 37 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, что стало настоящей трагедией. 40 лет назад при задержании преступника оборвалась жизнь капитана милиции Виктора Калантаевского, чья героическая гибель вошла в историю республики. Неправильная дорожная разметка в районе поворота на Эрсакон вынуждает водителей нарушать правила дорожного движения и создавать аварийную ситуацию. В таких комфортных условиях теперь и сессии не страшны, говорят студенты. После капитального ремонта общежития КЧГУ начали заселяться первые новоселы. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24», Карачаево-Черкесия. Сегодня Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. К жителям республики обращается глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодня мы отдаем дань уважения и искренней благодарности тем, кто 37 лет назад принял участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Это стало настоящей трагедией. Последствия крупнейшей техногенной катастрофы 20 века доносятся эхом до нас спустя многие годы. Все силы нашей страны были брошены на спасение соотечественников. Среди этих героев с риском для жизни, с честью, исполнивших свой гражданский долг и проявивших подлинный героизм, были 1200 жителей Карачаево-Черкесии. Безусловно, это люди мужественные и отважные, достойные самого высокого уважения. Мы гордимся ими. Наш долг – помнить о подвиге людей, которые защитили будущее наших детей. И сегодня в Черкесске вспоминали ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошла техногенная катастрофа. К памятнику на Одесском переулке пришли те, кто 37 лет назад противостоял опасному атому. Военные, медики, химики, спасатели. Эти люди всеми возможными средствами пытались не допустить дальнейшего увеличения радиоактивной зоны. Для многих цена спасения миллионов жителей Европы оказалась очень высокой. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресечена противоправная деятельность семерых участников экстремистской организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники являлись приверженцами идеологии запрещенного в нашей стране движения, пропагандировали ценности и традиции криминального мира. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской республике совместно с коллегами из регионального УФСБ России была пресечена противоправная деятельность семерых участников экстремистской организации. Злоумышленники являлись приверженцами идеологии запрещенного в нашей стране движения, пропагандировали ценности и традиции криминального мира. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены свертки с мобильными телефонами, зарядными устройствами и сим-картами. Они были подготовлены для передачи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Установлены факты использования квадрокоптеров для транспортировки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Беспилотники также изъяты полицейскими. Следователям следственной части Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской республике в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. Мероприятия проводились полицией при участии Росгвардии. Следующий наш репортаж о человеке, который за свой героический подвиг удостоился ордена Красной Звезды. В его честь названа одна из самых оживленных улиц республиканской столицы. Доблестное имя капитана милиции Виктора Павловича Калантаевского навсегда вписано в историю Карачаево-Черкесии. Смотрите подробности. Сегодня мы находимся в республиканской столице Карачаево-Черкесии, а именно на одной из улиц, которая названа в честь капитана милиции Виктора Калантаевского, который ровно 40 лет назад погиб при исполнении служебного долга. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы знаете, в честь кого названа эта улица? Эта улица названа в честь капитана милиции Калантаевского Виктора Павловича, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Преследовал преступника, то он находился в розыске против вооруженного преступника. Как говорится, пошел на захват его, ну и получил ранение
которое привело их к смерти. Виктор Калантаевский начинал службу участковым инспектором в Черкесском городском отделе внутренних дел. Впоследствии занимал разные должности. Был инспектором дежурного горотдела милиции, работал старшим инспектором по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска, дежурным пульта централизованной охраны, возглавлял спецкомендатуру. Неоднократно удостаивался ведомственных благодарностей и поощрений за профессиональный подход к выполнению должностных обязанностей. Капитан милиции Виктор Калантаевский проходил службу во вневедомственной охране. 22 сентября 1983 года в 3 часу ночи он выехал на проверку магазина «Радуга», где сработала тревожная сигнализация. Увидев человека в форме, находящийся в магазине преступник бросился бежать, но был загнан в дворовой тупик. Вор был вооружен обрезом, и когда Виктор приказал ему бросить оружие и сдаться, тот выстрелил. Истекая кровью, капитан милиции попытался задержать бандита, но силы покинули его. Указом президента Верховного Совета СССР капитан милиции Виктор Павлович Калантаевский посмертно был удостоен ордена Красной Звезды. Хотелось очень, чтобы все-таки знали, в честь кого и по какому поводу названа эта улица. Вот это мое как бы желание, чтобы действительно, чтобы память, пока мы помним, они с нами, они живы. Имя героя носит одна из центральных улиц Черкесска. Автомобили здесь идут нескончаемым потоком по маршруту, где на фасаде одного из домов на своих земляков смотрит мужественное лицо капитана милиции. Александра Коваленко, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня день реабилитации казачества. 26 апреля 1991 года стал переломным в судьбе репрессированных народов России. Верховным Советом был принят закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов, который признал преступной депортацию народов нашей страны. Судьбоносный документ стал общенародной победой и для казаков, которые сегодня празднуют день реабилитации кубанского казачества, куда входит и Баталпашинский отдел казачества из Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов обращается к казакам. Пройдя через все тяготы репрессии, трудолюбивые казаки выстояли, сохранив свою богатую культуру и традиции, воспитав в своих детях любовь к своей истории и к родине. Мы, ныне живущие, должны чтить память земляков, которые добились принятия реабилитирующего закона, и не забывать, какую цену отдал народ, пытаясь выжить в жестокие годы репрессии. Сегодня казаки, как и прежде, вносят свой вклад в укрепление государственности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, а также демонстрируют единство, мужество и отвагу при выполнении задач в ходе специальной военной операции, направленной на борьбу с фашизмом и нацизмом. Искренне желаю казакам, всем жителям Карачаево-Черкесии, крепкого здоровья, оптимизма, мира, добра, согласия. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой. Дорожная разметка в районе поворота на Ирсаквон стала темой выездной встречи с участием общественников, автоинспекторов и представителей Автодора и Упрдора, которые обслуживают на данном участке федеральную и региональную трассы. Насколько обоснованы претензии водителей и есть ли возможность внести какие-то изменения, выяснял Артур Мхце. Около года назад репортеры «Вестей» уже рассказывали о неправильно нанесенной на этом участке дорожной разметке, из-за чего водители, съезжая с федеральной трассы на Ирсакон, оказывались на полосе встречного движения, после чего были вынуждены пересекать сплошную линию и попадали на заметку районным полицейским. Как позже удалось установить в региональной госавтоинспекции, ошибка дорожных служб при нанесении разметки привела к большому количеству невольных нарушителей. И вот новое разбирательство уже с участием регионального народного фронта, полицейских, а также организаций, отвечающих за соответствие дорожных знаков и разметок ранее утвержденным картам. Здесь действительно неправильно нанесена дорожная разметка. Мы считаем, что на трассе Р-217 сильно заблаговременно начинается прерывистая линия, ее нужно чуть-чуть сократить и обозначить обязательно стрелками направление движения уже вот в примыкающей трассе. То есть вот на этих полосах, куда нельзя ехать, для водителя должна направлена стрелка быть на него. По мнению представителей обслуживающих трассы организаций, ничего менять не стоит. Кому надо, и так все поймет. В то же время автоинспекторы, ранее обжегшиеся на неправильной разметке, и общественники выступали за более детальное информирование водителей, кому куда можно ехать. Здесь есть, пожалуйста, есть.
сюда едет прямо. Объясните, почему мы должны вот сюда? Потому что водитель начинает заблаговременно сворачивать. Куда? Сюда, налево, и попадает на встречную полосу движения. Я с вами уже не согласен. Не, подождите. В этот момент проезжавший мимо большегрузный автомобиль продемонстрировал идеальный способ поворота на сложном участке. Но, как показывает практика, на этом перекрестке далеко не каждый водитель легковушки способен, не нарушая правил разметки, совершить подобный маневр. Что уж говорить о грузовом транспорте. Второй пункт претензий автомобилистов, которые они озвучили через Народный фронт – ошибки в информационных знаках, указывающих расстояние до населенных пунктов. Черкесск-Лермонтов, примыкающая дорога к трассе Р-217, это выезд из села Чапаевское на трассу Р-217, там указано, что до Невиномыска 64 километра. Мы проезжаем буквально километр, и висит уже правильный знак на федеральной трассе Р-217 – 33 километра. И Изюминка является, мы проезжаем уже там пару десятков километров, вот здесь, где мы находимся сейчас, на этом перекрестке, до Невиномыска опять 51 километр. У сторон уже имеется общее понимание решения некоторых вопросов, в частности, указания направляющих стрелок и информационных знаков о расстоянии до населенных пунктов. По другим, возможно, дискуссии будут продолжены. В конечном итоге самое важное, чтобы водителям транспортных средств были понятны все внесенные изменения. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках инспектирования межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский в Ногайском и Адыгехабльском районах проведен мониторинг общественного мнения о деятельности отдела. В соответствии с приказом МВД России номер 777 опросов в 10 населенных пунктах охвачены 300 человек в возрасте от 18 лет. Они анонимно ответили на несколько вопросов, касающихся доверия к ОВД, уровня защищенности и оценки деятельности полиции. Около 90% респондентов ответили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество, доверяют полиции и положительно оценивают работу органов внутренних дел. Опрос проводился с участием членов общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии. Комфортная обстановка – основа вдохновения для новых свершений и открытий в учебе. В КЧГУ имени Умара Алиева завершились работы по капитальному ремонту студенческих общежитий. В каких теперь условиях будут постигать разные науки, от гуманитарных до самых точных, учащиеся старейшего вуза, расскажет Ахмат Халкичев. Такого капитального ремонта в университетских общежитиях КЧГУ еще не было. От старого здания, можно сказать, сохранился только остов. Заменено буквально все. Это не только фасад и внутренняя отделка, но и все инженерные конструкции, а также системы энергоснабжения. В обновленных коридорах последние штрихи наводят сами будущие жильцы – студенты-дизайнеры Института культуры и искусств. Цветовые решения, исполненные в технике геометрического абстракционизма, молодые люди подбирают в позитивно мотивирующих тонах и оттенках. Помимо эстетического наслаждения, студенты после рабочего дня, скажем так, учебы будут, когда приходить, они это еще вот прям смотрят, яркие цвета, улыбаются, им хорошо, успокаиваются. За краски взялся и ректор Таусултан Узденов. В таких комфортных условиях нам теперь и сессии не страшно, признаются студенты. В том, что условия проживания должны повлиять на качество успеваемости, не сомневается и руководство вуза. По сути дела, каждый блок у нас – это отдельная двухкомнатная квартира, да, со всеми условиями. Я хочу измерить по специальной графе. Индекс счастья у этих студентов как меняется. Хотим это измерить, да, и запатентовать такой метод. Ну, это довольно интересная аналитика должна быть. Да, это наша гипотеза, первичная гипотеза, да, говорит о том, что на 37% индекс счастья должен увеличиться. А там посмотрим. В отремонтированные блоки первые новоселы начали завозить свои принадлежности и обживаться. Вдохновляет студентов не только освоение наук и высокие результаты в учебе, но и ни с чем не сравнимые виды великолепной природы, на луне которой и расположилась туристическая и студенческая столица нашей республики. Заходишь и не хочется говорить блок, как будто заходишь уже в приличную гостиницу, как бы все красиво, придраться не к чему. Хорошее настроение влияет на все и на успеваемость, то есть ты встаешь уже радостная, в позитиве, заряженная, идешь на учебу и тебе хочется учиться, открывать что-то новое. Как еще поведал ректор КЧГУ Таусултан Узденов, в планах территории университетского кампуса разбить на функциональные блоки. Будут спортивный сектор, сектор релаксации и отдыха,
а также сектор интеллектуально-творческого развития обучающихся. С целью максимального взаимодействия в вопросах модернизации студенческого городка по поручению ректора вуза сформирован и уже активно предлагает свои идеи совет студентов, живущих здесь. Ахмат Каткешев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Карачаево-Черкесии на сегодняшний день огнестрельным оружием владеет более 20 тысяч гражданских лиц, в пользовании у которых более 31 тысячи единиц пистолетов, автоматов и оружия. В законах четко прописаны условия покупки, хранения и использования опасного приобретения. Напомню, в актуальном интервью мы уже поднимали эти и другие темы. По итогам беседы с заместителем руководителя Росгвардии по Карачаево-Черкесии, начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Карачаево-Черкесии Эдуардом Чумаевым, у зрителей возникли вопросы относительно обсуждаемых тем. Предлагаем вашему вниманию продолжение интервью. Смотрите его далее, а наш выпуск завершен.